лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Восстанете, Елопейте мы Богу помолися, Богу потрудися, Богу успокайся. За утра я восстану, на Богу помолюся, Богу потружуся, за утраче Еловече ме онеско, онечалися, убеделече Еловече ме тя тяжкую муку плачете, Еловече мої онери, і даєте ка скорою конечину, не затріби, года молилися потріби, не єділи постілися, восстанече. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Спаси, Господи. Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лаврские встречи», я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Андрей Фофанов и Екатерина Матвеева. Здравствуйте, Батюшка. Здравствуйте, Батюшка. Господи. А вот скажите, ну вот, как всегда, я, когда кого-нибудь слышу, у меня сотни вопросов. Пока поете, сотни вопросов возникает. Вот. Такую песню сложно спеть без профессиональной подготовки? На мой взгляд, нет. Да? То есть вы хотите сказать, что любой человек может, услышав эту песню, подхватить
и ему дать текст. Ну, это народная песня. Это народная песня. Да. В народе, пели все. А в народе пели именно так, да? Пытайтесь приблизить. Ну, это вот конкретно от старообрядцев взято. Это мелодия, да? Да. Старообрядцы, они сохранили вот манеру пения, которая была 200-300 лет назад. А может быть и больше. Раньше в деревне пели все, и как, когда человек не пел, он считалось, что он какой-то странный. Это, наверное, просто передавалось, да, и они без музыкальной грамоты запоминали все это. Конечно. Да, с детства начинали более петь. Более того, особо не думали, что они там поют, не анализировали, и поэтому все их импровизации, там, схождение и расхождение голосов, в отличие от наших, гораздо более. Вот эту песню они когда пели, какой момент жизни, года, там... Если говорить, эта песня — это духовный стих. Духовные стихи, если очень просто сформулировать, это народные песни на духовные темы. И петь их могли в любое время года, но есть две такие особо приуроченные, два момента. Первое — это во время поста, когда лирические песни, ну что ли, запрещались, потому что, понятное дело, что во время поста петь о любви и всех страстях, связанных с любовью, было как-то не очень здорово, пели духовные стихи. И второй момент, когда часто исполнялись духовные стихи, они так и назывались, поминальные. Когда умирал человек, и там вся деревня или полдеревни собирались вместе для того, чтобы с ним проститься, и они могли там сидеть и трое суток петь духовные стихи. Ну, вот и в этом стихе как раз и упоминание смерти есть, ну, подготовки, да, к смерти. Это один из самых распространенных сюжетов, называется «На расставание души с телом». То есть духовные стихи, их множество разных видов. Они есть целый раздел богородичных духовных стихов. Есть духовные стихи житийные, посвященные житиям святых разных. Есть духовные стихи по каким-то там житейским ситуациям, скажем так. Но большая часть стихов, наверное, половина, это именно на сюжет расставания души с телом. То есть люди готовились заранее, свыкались, привыкали, да, произносили, вот, готовились... Православные люди, да, имеются в виду верующие. Да, но вот потому что у нас вот царство небесное, оно как бы впереди, на конце нашего жития. Да, вот этот стих, он как раз, почему, собственно, его сейчас хочется петь, и почему мы его взяли, вот, как сказать, с него начинаем, да, потому что это призыв такой. Он содержит мотивацию. «Восстань, человече!» То есть Богу помолись, да, вспомни, вспомни, да, о том, что ты... должен это сделать, должен это делать всегда. И дальше объясняется, почему, да. А завтра я помолюсь, завтра, все завтра, да, как мы обычно, да, все откладываем, откладываем, а потом, получается, что а помереть-то мы можем в любой момент. Вот об этом надо помнить. Вот о чем напоминают духовные стихи, вот эти вот, на эту тему, на тему смерти, они напоминают о том, что смерть мы никогда не ждем, и никогда мы все думаем, что она не наступит или наступит когда-нибудь там, когда-нибудь потом. А она может наступить в любой момент, и надо быть в любой момент готовым. Надо в любой момент, как сказать, быть готовым ответить на вопрос. Вот ангелы спросят. С песней можно перейти в иной мир. И хорошо, если ты перейдешь с песней, правда? Поэтому лучше вообще, в принципе, петь все время. Да, с чем ты перейдешь? Да, вот об этом в основном. Совершенно не обязательно, чтобы эта тема была в духовных стихах, ну, скажем так, мрачная. Потому что вот мы очень часто видим, что текст мрачнейший, ну, например, описание каких-нибудь мутарств, да, в которые попадает душа, а мотив при этом, ну, как бы сейчас сказали, мажорненький, очень веселый и такой заводной. Это противоречие, да, получается, как-то? Мелодии и текста. Ну вот сейчас бы, наверное, не стали так сочинять. Мне в этом видится очень много смысла. Да, а древние песни бывают такие. То есть вот другие были смыслы, по-другому было. Либо это просто было, ну, как сказать, надо быть на хорошей волне, надо быть в хорошем состоянии, идея, чтобы хорошо размышлять об этом. Может быть. Я бы сказала так, если ты тяжелую мысль накладываешь на еще и тяжелую музыку, то совсем будет депрессивный исход. Надо, чтобы хотя бы что-то выравнивало это. Невозможно все время петь и думать и держать себя в таком мраке. Даже если ты рассуждаешь на довольно серьезные вещи, все равно в этом должен быть, ну, какой-то позитив. А потом, почему мы решили, что смерть — это очень печально? Может быть, он в рай пойдет, и все будет прекрасно. Да, да, есть и наоборот, светлый, человек избавляется от всего бренного, от ветхого. По крайней мере, очень видна вот эта разница между нашим мышлением и их мышлением. Они, видимо, судя по музыке, относились к этому чуть-чуть по-другому.
Ну, мы решили эту тему поднять и... Да, мы решили поднять ее, во-первых, актуализировать, потому что, ну, действительно, и действительно люди сейчас мало думают об этом, и современное общество, в котором люди живут, да, оно такое, потребляй, потребляй, и бери от жизни все. Угу. Вот. А христианство учит как раз о том, что надо всегда думать и всегда быть готовым к этому. И надо думать об этом серьезно, да, потому что это определяет всю нашу жизнь. То, как мы думаем о смерти, как мы к ней относимся, к тому, что будет после, это влияет на то, как мы поступаем, на наши поступки. Да, да, это очень важно. Если страх Божий, допустим. Да, человек. И это очень важно, и можно про это как-то назидать, там, учить, там, проповедовать и так далее, а можно просто спеть об этом. И вот народные... Вот эта мудрость, которая в этих стихах, она очень хорошо доходит. Угу. Она очень, как сказать, проникает прямо в сердце лучше, чем какое-то назидание, как мне кажется. Поэтому это привлекает. Пришло время следующей песни. Да. У вас, значит, сегодня такая тема. Мне при этом очень нравится в этой программе то, что при том, что мы осознанно выбрали все стихи о смерти, о расставании души с телом, они очень разные. Они бывают медленные, где-то быстрые, какие-то на очень веселый мотивчик, какие-то совершенно другой. И потом мы делаем какие-то обработки. Вот, например, та песня, которую мы сейчас будем петь, это, с одной стороны, обработка под гусли, а с другой стороны, мы еще решили на это наложить плач, традиционный плач. Давайте. Послушайте. С другом я вчера сидел, и ныне смерти зрю пределы. Во гробы кладут, и душу же на суды ведут. И, о горе мне, о горе мне великое. Милости не будет и там, и коль не прохожу, горько плачу и гляжу. Что же в царство не влетишь? О, горе мне, распались же ты, дай ему тесы, родил я. О, горе мне, умывались же ты, дай ему тесы, родил я.
царство всех святых есть дома, а грешников не будет в нем. Сохраняется, и, в общем-то, живо все это. Да, это и... такой эксперимент, вот, да, но он в рамках тех традиционных, как сказать, того, что мы знаем о традиционной культуре. Вообще, мне кажется, что традиционная культура, если она живая, она воспроизводится, репродуцируется и изменяется. Если мы имеем дело с чем-то таким неизменным, что можно вот только определенным образом видеть и слышать, то это музейный образец, это уже не совсем живая культура на самом деле. И очень важно, чтобы те, кто этой культурой сейчас занимаются, имели какое-то творческое продолжение. Да, оно должно становиться своим. Как вы встретились и почему? Я же знаю, что вы участвуете в разных коллективах, разными занимаетесь, ну, вот, в разных плоскостях. Как вы пересеклись и почему? Это было много лет назад. На самом деле совсем не так много людей. Это было связано с ансамблем «Элеон». Ну да. «Элеон». Да, был такой ансамбль, и, может быть, он еще и есть. Или он есть? Я не хочу говорить о нем в прошедшем времени, хотя в настоящее время он не выступает и не репетирует. Вот, об этом я могу сказать. Но Андрей был руководителем ансамбля, а я надежда, была человеком. Надежда, как говорится, не умирает. Вот, на то, что... Он преобразовывается в новый фильм. Да, на то, что он еще может быть. А я организовывала фестиваль древнерусской музыки, и, соответственно, я позвала ребят на фестиваль, да? Да. Так было дело. Угу. Организовывали мы фестиваль в рамках нашего учебного направления, которое сейчас называется «Русское певческое искусство», и в Русской христианской гуманитарной академии мы учим ребят, собственно, русскому
певческому искусству, в которое, конечно, безусловно, входит множество всяких редких стилей, про которые люди редко знают. Вы там преподаете, да? Я там преподаю, да, я куратор этого направления. Да, мы оба и Андрей тоже преподает. Да. Здорово. Собственно, и более того, я пою в ансамбле, здесь показательный ансамбль «Лик», мы уже были на телеканале «Союз» с этим ансамблем, руководит им Наталья Олеговна Трощенко, наш тоже другой педагог, а я в нем пою в качестве солиста, а у Андрея Анатольевича есть ансамбль «Путь», в котором, к слову сказать, из 5 человек 2 преподавателя и 1 наш студент. Да. То есть... Это мужской ансамбль, это который мужской. У нас женский ансамбль, древнерусское духовное церковное пение наших традиций, знаменный распев, демественный распев, наше строчное многоголосие, демественное многоголосие. Вот это одна из, скажем так, тем нашего обучения, в принципе, что мы пытаемся рассматривать нашу культуру в некой совокупности. То есть мы со студентами смотрим от знаменного распева и до современных композиторов, которые пишут музыку, но не просто современных композиторов, а таких, которые как бы чувствуют эту взаимосвязь, mm-hmm. да, с нашей традицией, с одной стороны. С другой стороны, мы изучаем не только церковную музыку, много времени посвящаем фольклору, например. Вот духовные стихи — это такой жанр, знаете, где-то между церковной музыкой и фольклором, потому что, с одной стороны, тема духовная, а музыка на самом деле народная. Ну, может быть. То есть это очень важно все понимать для взаимосвязи, для того, чтобы понимать, вот вообще, например, мы берем петь знамя на распев, откуда он взялся, как он должен звучать, в каком окружении он звучал. Сейчас очень часто люди, например, начинают исполнять знамя на распев, ну, на мой взгляд, скажем так, не совсем так, как он звучал, в том числе потому, что они просто плохо знакомы с фольклорной традицией. Что вокруг было? Релакс. Или наоборот, ну, в живой традиции, которая до нас дошел, знамя на распев, это традиция старообрядческая. Вот, им спасибо за то, что они сохранили эту преемственность. То есть мы теперь хотим просто возвратиться обратно, чтобы наша история была, ну, чтобы мы почувствовали преемственность всех поколений, которые были еще от времени крещения Руси, эта музыка развивалась. Давайте сейчас что-нибудь спросите, давайте что-нибудь споете, простите, а потом мы еще, если у нас останется время в передаче. Хорошо. Простите. Было солнце? Было солнце, да. Это не гусли, это вот это. Встань,
встань, устань, раб, проснися, Богу помолися. Господи. Дорогие мои, на этом наша передача «Лавские встречи» подошла к концу. Мы встретимся на следующей неделе. А сейчас мы прощаемся. С нами был Андрей Фофанов и Екатерина Матвеева. Божьей всем помощи, ангела-хранителя. Спасибо, Господи. До свидания. До свидания.